Всех приветствую. Продолжаем знакомиться с персонажами мифологии по книге «Кто есть кто?» Составитель Бетти Редис, дополняя какими-то данными из Википедии, из интернета. Гермес, Меркурий, первоначально фаллическое божество, изображаемое Гермом. В олимпийский пантеон вошел как сын Зевса и Майи, дочери Атласа. Считалось, что Гермес родился в Аркадии. В гомеровском гимне Гермесу описаны шалости юного бога. Например, он угнал у Аполлона его священных коров. Натянув бычьи жилы на черепаший панцирь, Гермес изобрел лиру. За это Зевс подарил Гермесу широкополую шляпу, крылатые сандалии и кадуций. Традиционный жезл Герольда-вестника, увитый двумя белыми лентами, на более поздних изображениях змеи. В Одиссее Гомера Гермес передает Одиссею повеление Зевса покинуть Калипсо, точно так же, как у Вергилия Меркурия посылает, чтобы оторвать Энея от Дидона. Гермес также провожает Орфея к Эвридике в подземное царство. Гермес считался покровителем видов деятельности, связанных со странствиями, торговли, воровства и путешествий. Одна из немногих предположительно оригинальных статуй Гермеса принадлежит Проксителю. Гермес изображен обнаженным, с младенцем Дионисом на руках. Вот что написано в Википедии. Гермес в древнегреческой мифологии бог торговли и счастливого случая, хитрости и воровства, юношества и красноречия. Покровитель глашатаев, послов, пастухов, путников, посланник богов и проводник душ умерших. Отсюда прозвище Психопомп, проводник душ, в подземное царство Аида. Согласно многочисленным античным мифам, сын Плеяды, Майя и Зевса. К наиболее известным мифам о Гермесе относят кражу коров у Аполлона, совершенную юным богом в младенчестве, а также усыпление и убийство Аргуса, который имел множество глаз и никогда полностью не засыпал. Вот так вкратце о Гермесе, Меркурии, первоначально фаллическое божество, изображаемое Гермом. В олимпийском пантеоне вошел как сын Зевса и Майи, дочери Атласа. Пока-пока, до свидания.